Так, нахожусь я в промзоне. Это у нас промзона нашего города Сергач. Вот такой вот стоит экскаватор. Здесь вот такая вот чугунка у него. Такая вот заброшенная вся вещь. Вот такие вот стропы имеются. Вот такая лебедка наверх. Вот такой вот стоит кран. Вот такой вот кран заброшенный. Сейчас мы посмотрим его. Что он из себя представляет. Вот такая вот лебедочка. Раз лебедка. Два лебедка. Тут у нас имеются, наверное, какие-нибудь гидравлические системы. Вот такие вот небольшие. Гидравлика, походу. Когда работает мотор, я имею в виду. Следов нету. Следы мои тут. Вот так вот я тут прошелся. Вот такие вот гусеницы. Да, такие тяжелые, блин. Навряд ли тут уже, я думаю, пропускают ни хрена, блин. Здесь диван какой-то валяется. Здесь, наверное, может была выхлопная труба. Сегодня у нас выпал снег. Такой вот небольшой. Но сырой, кстати. Могу даже так сказать. Вот такой вот кран заброшенный. А там у нас завод. Вот там у нас отруби какие-то, я не знаю, не отруби, а жом выкидывают по производству сахарной свеклы. После производства сахарной свеклы. Ну что, заберемся на трактор, посмотрим, что там внутри находится. Ну что, забрались на трактор. Тут не морг. Такой рычажок вот есть. Тут. Не знаю, чем он управляет, короче. Здесь стеклопакет. Такой имеется. Вот здесь сиденье. Тут доска, походу, какая-то находится. Так, счищаем все хозяйство. Сейчас завозим двигатель. На тракторе. Вот здесь такие вот датчики имеются. Так, масло, температура. Здесь тоже масло находится какое-то. Из аккумуляторной батареи, по ходу дела. Вот так вот. Напишите в комментариях, там что тут. Как находится в этом тракторе. Ага. Ручка, кстати, крутится. Такая вот небольшая почему-то. Вот, наверное, масло какое-нибудь там, и давление тоже идет. Здесь тоже ручка такая вот. Управлять этим краном. Там у нас. Сейчас мы маленько рукой расчистим. Такая вот у нас стрела имеется. Да, тут тоже ручка какая-то. Хрен поймет. Провода вот такие вот висят. Тут сирена такая вот. Провода, в принципе, сделаны. Они так изолированы. Я думаю, не знаю тут. Навряд ли что тут получится и как заводится вообще эта техника. А это что у нас тут такое? У нас просто такая вещь. Ладно. Так, слезли отсюда, чтобы боже туда не заползать в эту технику. Рука маленькая, такая масляная. Мы ее сейчас вытерем.
И кто тут маленечко так ессентуки употреблял. Ну ладно. Вот такая вот техника тут стоит. Под названием такой вот экскаваторный кран. Так, тут у нас льдов тоже нету. Такая техника. Ну, а, кстати, она иногда так работала, в принципе. Но сейчас пока вот такой вот стоит металлолом. Ладно. Так, пойдем дальше. Тут у нас имеется такой вот заводик у нас. Такого большого масштаба в Нижегородской области. Здесь у нас производят на нашем заводе сахарную свеклу большого масштаба для Российской Федерации. Сюда приезжают иногда грузовики для вот этого вот хозяйства. Такой вот жом здесь имеется. Вот здесь вот так вот запах такой имеется, сахаристый, так немного такой кисло-сладковаткий вкус. А потом КамАЗы вот, соответственно, с этой стороны приезжают. Не только КамАЗы. КамАЗы, газоны в основном приезжают и собирают вот, который выжил, вот такой вот сахарный завод из них. Вот здесь тоже имеем такие вот поля. Один КамАЗ сегодня у нас в воскресенье приехал и уехал. Так вот, лента, скорее всего, идет вот так вот, оттуда, с той стороны. Лента идет. И она просто-напросто берет туда вот самого завода. Интересно, что это за такая фикция? Вот здесь вот такая штучка. Это, походу, ее дернуть надо, и оттуда все польется. Наверное, да, я так думаю. Сюда вот КамАЗы приезжают. Вот видите, дальше они не уезжают ни хрена. Вот они вот так вот сюда приезжают задом. Наверное, дергают за эту вот штучку. И все, и оттуда выливается бесплатный жом. Леночка такая вот. Пойдем дальше, пройдемся по территории небольшого завода. Посмотрим, что здесь у нас находится. Так вот у нас работает сахарный завод.
Можно так поставить музыку сюда, такую вот СССРовскую, брежневскую. Такую советскую, которая говорит о том, что надо работать, надо двигаться, Советский Союз растет, возрастает и все тому подобное. И также у нас в России сейчас. Как в этой, в программе «Время», в заставке. Вот, кстати, могу сказать. Все кипит, все работает, завод выделяет свои эти всякие там, ну, короче, там работает он. Вот так вот. Кипит, все работает здесь. Давайте еще посмотрим, там находится внутри этого агрегата. О, такие механизмы вообще. Он походу в рабочем действии. Такие вот масляные всякие шланги. Вот здесь вот имеется такой вот, наверное, привод от коленвала и имеется к помпе. Помпа, вот эта вот помпа, наверное, находится здесь, которая качает там, не знаю, гидравлику или воздух, не знаю, одно из двух. Ну, а здесь такая вот хрень творится. Там вот воздух имеется, а здесь фигня какая-то непонятная. Ну, походу, вот этот движок вот имеется. Движок. Закрываем крышку. О, что-то отвалилось там. Алюминиевой проволокой привязываем. Посмотрим внизу, как там что находится. Такой заброшенный кран находится здесь. Пойдем дальше рулить. Показал вам тут, что находится. Где что почем. Здесь, значит, у нас жом. Вот в том районе наверху у нас собирают свеклу. Приезжают КАМАЗы. А мы пойдем дальше. Тут у нас никто абсолютно не ездит в выходные дни. Сегодня у нас воскресенье. А там у нас улица, как она называется, Гизнай, наверное. Хотел показать сегодня, как тут ездят машины, грузятся. Но они, походу, с понедельника будут. Или со вторника там. А выходной день навряд ли кто тут приедет. Поэтому пока ничего не получилось. Как оно есть, так оно есть. Такая вот техника у нас тут пилит. За ней автомобили рулят. Тут сплошная идет. Поэтому нельзя переезжать или объезжать. Вот такой трактор тут пилит нахуй, блядь. Такие вот у нас тачки тут едут, блядь. За этим трактором. Потому что здесь сплошная. И объезд категорически запрещен.
Вот такие вот у нас машины едут и едут за ним. И так будут пилить еще 500 метров. До первого перекрестка. Там, где установлены светофоры. А у этой машины, кстати, фар не включены задние. Жалко. Номер зафиксирован. А вообще что-то включено там, не знаю. Вот так вот сейчас у нас и будет плестись вся. Такая вот пеленица.